В сборной России по футболу назревает конфликт между игроками и тренером Черчесовым, но также есть и много опровержений этому. Далее подробнее. По сообщению советского спорта, вратарь сборной России Игорь Акинфеев пригрозил Станиславу Черчесову уходом из сборной. Также по сообщению издания, серьезный конфликт с тренером и у Смолова. А Дзюба и Дзагоев в сборную не попали по этой же причине. Также ссылаются и на Василия Березуцкого, который ушел из национальной команды только из-за Черчесова. А в чем же конфликт? Почему произошел бунт, если верить информации советского спорта? А дело вот в чем. Это издание распространило информацию о том, что игрокам не нравится стиль игры сборной, которую проповедует Станислав Черчесов. Официальный аккаунт сборной России опровергает эти сообщения. Вот такая заметка была опубликована, в которой говорится о том, что даже нет понимания, откуда взялась эта информация в старейшем спортивном издании страны. Также по сообщению пресс-службы на Кубке Конфедерации была приятная и дружественная атмосфера в команде. А Василий Березуцкий попросил не верить в грязные слухи, заявив, что у него с Черчесовым дружественные отношения. Дзагоев ничего не понимает, никакого конфликта с Черчесовым у него не было и быть не может. «Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу», – прокомментировал он. «У Смолова конфликта с Черчесовым тоже нет», – заявил его представитель, также сказав о том, что он недавно общался по телефону с тренером относительно его будущего. Ну, Федора имеется в виду. Что же это было тогда? Пиар-ход или поднятие тиража? Или действительно просочилась информация, которая ранее замалчивалась? Оставляйте свое мнение в комментариях, а мы дальше будем следить за этой новостью. Также рекомендую посмотреть ролик под названием «С кем фотографировался Роналду на Кубке». Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.